делаем видео, которое принесет деньги. Значит, вот, доллары будут увеличиваться у вас, и евро, и лей, и все. Uh-huh. Вот обратите внимание на эти часы. Что означают эти часы, вы знаете? Yeah. Видите, сколько сейчас время у нас? Ровно 8 и 5 минут. Yeah. Что это означает? 8, и даже не сейчас будет, пока мы будем снимать видео, будет 8 часов и 8 минут. А 8 это бесконечность. Значит, у нас будет бесконечное количество денег и золота, и серебра, и всего. А здесь посмотрите, обратите внимание, на этих часах, еще кроме того, еще одни часы, которые показывают 10 часов, 12 часов и 2 часа. Что это означает? Никто не знает. А я вам сейчас объясню, какой фокус это. Это значит, что люди, они живут не только в этом мире, они живут еще тысячи, миллиарды других миров. И вот, и в тех мирах они еще богаче. И еще богаче. Вот это, в котором сейчас у нас сейчас здесь 8 часов, а есть мир, в которых уже 10 часов, а есть мир, в которых уже сколько тут часов? 12. 12 часов, а есть что уже 2 часа. Да. А там еще и больше денег, и еще больше, вот как вот трейдеры, когда ставят там 10 долларов, 100 долларов, а у них 100 долларов 1000 через 2 часа, представляешь? Угу. Вот, так вот они потому такие часы носят. Они могут проникать из одного мира в другой, и там накручивают и деньги, и здоровье, и все, и любовь, все, что хочешь. Это все реально, поэтому они носят такие часы. И это не просто, что у тебя там вот обозначено, кажется, это, что ты купила часы такие, которые обозначены, а действительно, те реально те часы идут. И ты вот так пальцем вот дотронься одним пальцем указательным до одних часов. Нет, именно вот до этих часов. Ага, до этих. И ты раз и говоришь, я через 2 часа хочу иметь и 100 долларов. 1000. И раз, ага, и ты там. Потом ты берешь, а я еще из этих 1000 хочу, уже на вторые часы нажимаешь. И хочу иметь 10 000. У тебя 10 000. Потом на эти часы раз, и проникаешь туда на третьи часы, у тебя там 100 000, миллион долларов. Представляешь? Представляешь, что это такое? Какие часы ты носишь? Люди даже не представляют. Но все это реально существует, просто мы не верим. Надо верить. Да, знаешь, вот как в компьютере. Там что, иконку какую-то увидела, и тебе надо в YouTube попасть. Нажала, бах, и туда проникла. То же самое существует, все реально, просто мы в это не верим, потому что у нас нет файла этой иконки. А на самом деле, есть такие люди-миллиардеры, которые все вот это знают, этот секрет. Так что я вас поздравляю. Вот, покупайте такие часы, кто хочет, и такие кольца, и у вас будет миллион долларов. И во что они верили, так оно и было. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии.